Дисклеймер. Все, что сказано в этом видео, является исключительно моим мнением. Мое мнение может не совсем совпадать с вашим. Приятного вам просмотра. Сегодня я хочу составить свой собственный топ-10 самых недооцененных моментов между Чонгуком и Тэхёном. 10 место. Это так громко. Тэхён тоже поделился фотками в Instagram Stories. Чонгук говорит: «Я не принимаю поцелуй от парней». А потом он спокойно ждет, пока Тэхён целует его. И вот сейчас мы получаем их особое фото, где Тэхён и Чонгук целуются щечками. Тогда и сейчас. Тэхён всегда поздравляет Чонгука, обнимая и целуя его, как своего малыша. Чонгук закрыл глаза с легкой улыбкой на губах, в то время как Тэхён обнимал его так крепко, как коала, и целовал его в щеки в эйфории Чонгука. Глядя на выражение Чонгука, вспоминаю слова Юнги: «Кто побывал в объятиях Тэхёна, тот побывал в раю». Строчка из «Standing next to you», крича, я свидетельствую эту любовь. Громче, еще громче. Я не могу отойти от этого фото. Тэхён тут так и говорит: ты мой. Девятое место. Это такая большая разница. Когда супружники сидят не вместе и когда они сидят рядом друг с другом. Восьмое место. Совпадение или нет? Январь 2021 год. Но как? То, как Чонгук и Тэхён любят говорить друг о друге во время интервью. Вы поняли, что Ви – это единственная золотая надпись на стене. И в клипе тоже Ви. И это не тату Чонгука, это тату Тэхёна. Семерка на стене на промо-фото Чонгука не похожа на его тату семерки, но очень похожа на тату семерки Тэхёна. Что хотите, теперь делайте с этой информацией, я больше не вывожу уже. Одинаковый вайб. Тэхён в эфире был одет в байкерскую куртку Daytona 73, блузон, Moutou, Vintage Martinez. Как вы думаете, он умеет водить мотоцикл? Или у Чонгука одолжил?
Седьмое место. Невероятно милые и влюбленные Чангук и Тэхён, в чьих взглядах читается столько неподдельных и искренних эмоций. Шестое место. Поведение пары. Эти двое такие замечательные. Они идеально подходят друг другу. Подумайте только, что Тэхён подвыпивший и заставляет себя упасть на него, а Чангук застенчивый и тоже полупьяный, который продолжает хихикать и улыбаться с закрытыми глазами. На недавней трансляции Чангук сказал, что ему нравятся мускатные ароматы, а фанаты на фан-митинге Тэхёна сказали, что от него пахло мускатом. И плевать они хотели, что весь мир увидит. Нравится мне эта принципиальность, ребят. Чангук позволяет Тэхёну делать с ним все. Он даже не поправил, он не может злиться. Тэйкук на вечеринках и концертах имеют свой особенный вайб. Пятое место. Реакция Тэхёна на мускулистого Чангука. Сага, которая будет длиться вечно, это Чангук, который хвастает своими мускулами, и Тэхён, который обожает их. Вопрос о необитаемом острове. В мыслях Тэхёна Чангук полностью без одежды. Вопрос, если бы можно было взять с собой на необитаемый остров только одну вещь, что бы взяли? Тэхён слегка оглядел снизу вверх. Если бы можно было взять только одну вещь, ты бы был без этого, куртка без этого, футболка без всей этой одежды. Чангук в итоге выбрал мускулы. В фантазиях Тэхёна дикий тарзан Чангук на острове с листочком вместо трусов. И сам себе сидит счастливый от своих фантазий. Четвертое место. Это пара, в которой лакомый и самый первый кусочек достается любимому. Третье место. Типичные будни пары на отдыхе. Как Чангук
буквально выкинул одеяло после 2 дней использования, когда Тэхён решил достать еще одно. Они будут согревать друг друга своими телами. На самом деле, у Чонгука можно многому научиться. Второе место. Это так интимно. Это похоже на засос. Неужели Тэхён оставил свой след на шее Чонгука перед тем, как тот улетит? Этот взгляд. Это фотография в деталях. То, как они постоянно тянутся друг к другу. Первое место. Сольная эра Тэйкук. Они буквально не расставались. Как сказал Джин, вы никогда не расстанетесь, и после этого они действительно никогда не расставались друг с другом. Тогда и сейчас. Ничего не изменилось. Если вы вдруг забыли, как выглядит любовь. Это конец. Желаю вам прекрасного дня и чудесного настроения.